Супер усовершенствование для селфи-съемки. Позволяет получать просто уникальные спецэффекты. Значит, что? Простое автомобильное зеркало. Если хорошо выставить ровно по отношению к зеркалу телефон, то есть вот так вот смотрим по осям, чтобы было все ровно. Ну, экшн-камера все кривит. Но ничего, то есть вы поняли. Если ровно к зеркалу, себя центруйте четко под зеркало, всегда проверяйте. Потом смотрите вот в этот глазок обязательно. И получается супер классное селфи, которые уже выключились, да? Точно, согласен? Точно, в тысячи раз лучше, чем на переднюю камеру. Потому что передняя камера, она прежде всего замазывается руками. И здесь качество намного хуже выходит. Так как вы все время смотрите в экран. Да. В экран, а не в камеру. За дебилизм смотреть в экран. И поэтому, когда переворачиваете, то вы в экран уже не смотрите. Но можете, правда, залипать на зеркало. На зеркало. Зато зеркало чуть-чуть ближе к камере. А еще зеркало удобно тем, что можно причесаться. Ну давай, включай. Включаем. Где оно там включается, я же не знаю. Включаем телефончик. Давай, так, видео. Готово. Да не видео, фото. Давай продемонстрируем, как оно. Давай. Вот мы включили три лампочки, чтобы было хорошее селфи. Чтобы в глазах было отражение. Немножечко уперли, чтобы не шатался телефон. И смотрим в камеру. То есть в камеру, а не в этот. Ну, центруем себя, центруем. А теперь смотрим в камеру. Раз. Да, два, три. Раз. Ой, шатается. Надо, чтобы не шаталось. Чем меньше шатаний, ужасно. Да ты прямо на корабле. Ну, чтобы не было шатаний, можно выставить на 3 секунды. Да. На 3 секунды. Теперь мы нажимаем. 3-2 раз. Раз, два, три. В общем, вы поняли.